Хайоу, ребята, с вами Фибоначчи, мы продолжаем прохождение Виндир Чума Лжи. Итак, чё, дальше продолжаем пытать этот портал, я не знаю, 10 боёв тут будет, 20-30, чёрт его знает, но мне надо покормить моих персонажей. Так, есть, и тебе, есть. А, ща, погодьте, я переводчик не врубил. Угу. Можно двигать. Но этого я не буду. Хотя бы двоих отхилил. А он может и как-то сам. Так, заходим. Дальше бой. А может они тут бесконечны вообще? Это как фарм точка. Ты! Я тебя уже убивал. 2700. Так, на себя все отлично вроде работало в прошлый раз. Так, ну сейчас мы начинаем с чумы. Сразу. Чума есть. Раунд есть. Сразу же. Жжем его. Так, что-то бьет плохо. О! Ты что, на все пофиг, что ли? Чё, падла, себе позволяешь? Ты голову вдарил, 300 урона. Алёрт. А кто хилит-то тебя будет теперь? Она тебя не отхилит. Ну-ка, огонь слабо бьет. 57. Но это уже не огонь был. Оу, крит. Ты чё, мать твою, охренел? Скажи мне, ты охренел? Да, я взял себя в ловушку, еще закинул. Ну блин, вот хреново, что таунт этот не работает. Уклонение. А поможет ли оно? Сейчас нужен новый таунт. Он эту тоже шотнет, наверное. Все, таунт прошел. Че, ты еще раз хочешь дарить? А ты? Жжем его. Давай таунт. Супер, молодец, умничка. Фаербол 270. Да, это лимит брейк был, да? Да ты хиль, мать. Хиль, она сама будет. Надо, чтобы он помер от этого. От статусов. Давай, алерт. Будешь так уворачиваться, ты молодец. Не будешь, ты не молодец. Ну блин. Да ему пофиг на эти таунты. Чё мы их вообще делаем? Он плевать хотел. Бей давай. 173. Да все равно она не вытянет. Ему надо мазать. Он нихера не мажет. Сейчас опять не будет таунта. Да. Вот, промазал. Отдыхай. Чуму надо вешать. Таунт. Уклонения не будет. Но. Как тут выжить-то? Уклонение. Сейчас бац по этой ударит. О, уклонилась. Ха! Как мне ее теперь вытянуть? Никак. Нужны все. Ну блин, надо было так. Он кританул в него, да? 300 урона или чё? А если так, и по ней прилетит? А, ну он все равно ее убьет. Как ни крути. Все. Так, его я, значит, уже не тяну. Значит, просто сдохнуть. Я бы потянул его всеми тремя. Может быть. Ну, нет, даже не потянул. Ну, хотя, черт его знает. А, так я здесь. Стоит ли пробовать дальше? Может, это последний бой? Так. Съешь. Съешь. И съешь. Чё, попробуем еще раз?
Наказать товарища. Сейчас тут небось еще бой попадется, как всегда. О, это что было? Ну, блин, арбалетчик, капец мне. Что на тебя там, чума не работает? Или костер на тебя не работает? Что-то на тебя вообще не работает. Я забыл про ослепление, вообще забыл про ослепление. А, скелета нельзя, может, ослепить? Капец, ну куда ты стреляешь-то, мать твою? Высерок. Бей. Быстрее его, быстрее с ним разделаться. Слепи. Хорошо. Есть таунт. Бей. Мимо. По всем. Да ты задолбал! Бей. Он не промахивается, черт возьми. Добавим жару. Аркейн. Сцепление нифига не помогает. На, хоть, давай хоть тебя вылечим. Этого, ладно, хилкой потом попробуем. Надо, чтобы она держала. Мимо. Неужели ты промахнулся? Хаси. Огонь. Сцепление еще работает. Хилки нету. До лимит брека дотянуть. Крит. Супер. Молодец. Умничка. Красавчик. Бей дважды. Бац и бац. Супер. Мимо. Есть. Сейчас лимит брек. Нет? Пока нет. Вот. Давай ее. Бей. Убиваешь, да? Нет? Ой, как хорошо. Вот сейчас, по идее, лимит брейк должен быть. Так, он уже умирает. Я хочу, чтобы был лимит брейк. Не будет. Аж. 200 опыта. Не халявных, но... 200 опыта. Зажгли. Когда зажигается огонь, вы слышите своеобразный треск из-под вашей ноги. Работал какой-то механизм. То же самое. А, мне говорили про квесты у кошки, но я не могу ничего брать. Опасный квест у кошки. Вот, секреты. Мне там-то и не надо в этом портале драться, правильно? Следуйте саркофаг. Опа. Остановитесь, сейчас же! В общем, этот кто-то сказал, типа, почему вы здесь? Это наша могила. И Волвин начала размахивать оружием. И при этом дико улыбаясь. Так. Ой. Подхилить бы кого-нибудь. Ну, тут надеяться на таунт. Шотнуть-то его не должны. Так. По всем, да. Массовые удары я, конечно, не учел. Но они слабо бьют. Ой, чума распространилась. Вообще великолепно. Бьют они слабо, поэтому по барабану. Тут можно, может быть, и не хилиться даже. Чуму мы распространили. Это главное. Сюда реген. Сюда алерт. Слишком много. Да, враги только вот, только бьют. А я слишком много всего подряд делаю
на всякое барахло. Так, жги третьего. Хорошо. Жги третьего, а ты... Хилься? Нет, давай реген сюда. А ты теперь можешь спокойно кому-нибудь врезать. Ну вот ему, чтобы он побыстрее отъехал, да? Бац, чтобы он, может, еще он хилить умеет. Черт его знает. Эй, угомоните свой пыл. Не трогайте вич-доктора. Ой, плаги доктора. Вич-доктора. Он умирает. По идее. Ну, можно ему помочь. Фига ты помогла. Кем бы ты так помогала? Ослепление. Ну чё, мать. Бей. Либо давай так. Хер его знает, куда они. Они сейчас будут бафться или еще что-нибудь. Огня нет, но скоро будет лимит брек. Гасим. Так, реген у тебя работает. Давай-ка хиль себя. А то еще, не дай бог, отлетишь. Таунт я не могу сделать. Нет, лимит брек нужен. Эх. Помогу, попал. Эй, эй! Ты что себе позволяешь, молодой человек? На. Тут ослепление, там нету. На. Таунт. Вообще без разницы. Бьют и бьют. Нифига. Нифига накритовать стало. Ой, на нее хил распространился. Прикольно, прикольно все это работает, сочетается. Сейчас лимит брейк будет. Ну че ты? Так, есть. Этот умирает сам. Ну-ка. Поджарь-ка ему. А, резист. Тут резист. Я все равно ее не отхилю. И себя я не отхилю. И никому не помогу. Убить побыстрее, да? Скота и все. На. И от этого. От дробящего тоже резист. Жги. Ай, там резисты. Ну ладно, пофиг. Чума, последний ход. Гасим, бьем. Супер критический. Гасим, бьем. Мимо и попало. Плохо. Плохо, девочка. Но он опять мажет. Давайте отхилим ее. Все-таки отхилять. Вот. И бей. Ты че, блин? Ну ладно, хоть так. Давайте еще раз ее отхилим. С тобой. Во, ее не надо теперь кормить. 160 здоровья не хватает, ничего страшного. И крит. Ух, 450. Левел все набрали. Маска, штаны, камень, варежки. Ох. Взять все, конечно же. Все серое. Варежек у кого-то не было, по-любому пригодятся. Во. В общем, Волвин читает пергамент, который нашла в гробнице. А, там что-то про какое-то афлуасанское вино. Этикетка от этого вина, и дальше ни хрена непонятно. В общем, Мелия сказала, не знаю, мне плевать, я просто хочу убраться отсюда. И... как тебя там? Волвин, типа, говорит, да-да-да, мы должны... какой-то Реджине узнать побольше о нашей матери. Вот так. Мне писали про квест, который позволит разговаривать с кошками. Вот кошка. А чё с этим порталом, я так и не догнал. Так, все взяли левел, все отхилились. О! А, нет, я уже думал, портала нету. Ну и чё, попробовать тут снова подраться? Естественно, после того, как прокачаемся, да? А, так, вес.
Здоровье, интеллект. Окей. Вот, самое интересное, скиллы. А, я это не брал. Ты черт. Ну, давайте разблокируем. При получении негативного эффекта получает 10 фокуса. Там пополезней что-то можно будет потом выбрать. Так, тебе. Тебе здоровье. Реально, тебе только здоровье-то и надо. Пока что. По сути, ты у нас урона не будешь наносить. Потом ты будешь одними, наверное, таунтами. Хотя бы, хотя тебе бы щит. Пока так. И скилл. А, это я не понял, как работает. Всем. Ей тоже качаем, мазохиста. Еще один? Почему у нее два? У всех два? А, это вообще не считается за скилл? Сюда очко не тратится? Ха! Изи. В общем, тут что есть? Общий хил. 39 здоровья будет восстанавливать. Но стоит он 75 энергии. Очень дорого. Пассивка, которая при наложении на кого-то чумы, кого-то хилит из своих союзников. Мне нравится вот это. А здесь у нас, если ослепленный враг попадает, то получает чуму. Мне больше всего вот это понравилось. Skill points 2. Че сюда, 2 очка надо вложить? И я сейчас типа ничего не смогу сделать? Да, не хватает. И у всех не хватит. Потому что тут будет так же, правильно? Да. Два скилла. А это что говоришь? Когда ты ждешь, увеличивает урон от следующей атаки на 25. Фигня. Ага. Не получить вообще урона от одной атаки. Походу всеми придется ждать, у них будет по скиллу. Либо взять, но тут пассивки-то особо не это, не, нечего взять, да? Да. Копим пока, вот только и ей я не брал. Пиромансер, и ей я тоже не брал. Все, я понял, вот это вообще не стоит очков. И все. Это уже да, потом прочитаем, как... А, погодите, я ей статы не повысил. Ну чё тебе, мать? Здоровье, одну эту и интеллект. Чё, пробуем дальше здесь? Может, он куда-нибудь закончится? Попробуем. Позаботься о завтрашнем дне. Чё за бред? Тот же будет? Вот, тот же. Тот же. Нет, значит, они не повторяются. Тогда держи. Так. Давай-ка тебе сразу ослепление. Таунт, естественно. Стараться хилить. Там главное, чтоб... Да блин, сразу крит! Ты чё меня бесишь-то? Сразу начинает бесить. Чума. Ослепление нифига не работает. 25% шанс промазать. Он попадает и попадает. Он попадает и попадает. Да сколько же можно-то? Мимо. Найс. Я думаю, бьем. Не отдыхаем, а именно бьем. Хотя, давайте сначала немножко восстановимся, да? Регенерацию сюда сразу. Массовых атак вроде у нее не было в прошлый раз. Тут все работает пока что. Бить. Бах. Ну уклоняйся, мать. Ну что ты, блин, а? Че не уклоняешься-то? Огонь прошел. Новый огонь. А он вообще горит? Ничего не известно. Ну вот, отдыхай.
Новый таунт нужен, иначе сейчас по кому-нибудь из них лупанет. А ее кританет убьет. Промазал. Вот, это не уклонение, это сработало ослепление. Ему и надо ее, кстати, заново сейчас делать. Скоро лимит брейк. Ослепление. Нет, вроде как еще ход. Еще ход работает. А у тебя уклонения сейчас не будет. Ну и пофиг. Бьем. Ну вот он и попал. Как ее теперь вылечить? Там огонь заканчивается. Слишком, ребята, вы мало лечите. Мало. Один крит, хана. Давай. Ага, там ослепления нету, я забыл. Чё тебе хочу сказать, бей. 57. Чё тебе скажу, хочу сказать. Уклонение, ой, ослепление. А тебе чё хочу сказать? Тебе нужен таунт. Провокация. Чума ему 14 урона наносит. Еще хп только потратили. Почти потеряли уже танка. Так, вот лимит брейк. Новая чума. Только не тебе. Ты можешь стакать дальше. Нет, давайте хилить. Надо ее выхилить. А ты чуму? Там последний реген остается. Ты пока бьешь. Мимо. Черт! Тебя дери! Лимит брейк же был. Она мне. И уклонение было. Ну, ловушка. Теперь ловушка. Реген. Капец, блин, как его победить? Мы даже толпу его не можем одолеть. Бах. Минус алерт. Ну да. Ой. Еще ход поживешь, мать. Огонь пропадает. Чума пока работает. До первого крита. Ослепление есть пока. Алерта нету, давай. А-а-а! Погодите, таунтинг прошел. Как так? Чума работает. Реген там есть. Только самое главное, чтобы он никого не убил. Таунт. Держись, мать. Их, мимо. Супер. Бей. Ослепление. Тебе бы еще реген накинуть. Ну как? Так, вот сейчас вроде все есть. Бей. Потихоньку, помаленьку. Мы его затыкаем так. Огонь проходит. Последний остается. На. Мимо. Ну че? Ну че за дела такие? Давай пока так. Ну один хрен он тебя убьет. Как только попадет, он тебя сразу убьет. Это 77. Че, лечить всеми силами? А у него там вообще чума последняя? Ага, всеми силами вылечил, блин. Таунт проходит. Сейчас сначала надо делать таунт. Алерт только потом. И надеяться, что она увернется. Мне нужен лимит брейк. Еще один. Срочно. А. Я не сделаю ей уклонение. Надеяться только на слепоту.
Бей тогда дважды. Последний твой удар, возможно. Так и есть. Ну чё, ребята, тащите. Во, 259, фаербол. Лимит брейк сработает, когда, блин... Да капец ты, дура! Оступление есть. Он тебе по 300 бьет. Нет, не по 300. Давай нахер убиваем. Ой, промазал, красавчик. Тычкаем его мимо. Ну все, он умрет. Даже если он кого-то одного убьет. Фух, справился. Черт возьми, да это, ну это не выгодно. По 3 еды, хотя еда мне это на халяву достается. Всего 132. Зато посох. Зелененький, правда. А мне тут написали, что есть и оранжевые, оказывается, предметы. Давай, тряпка. Так, журнал обновился. А, еще и дальше. Да как отсюда выбраться? Можно сдохнуть? Пойти сдохнуть, и окажусь я возле выхода, да? Все равно, пока я до выхода добегу, я кого-то донайду. Либо туда дальше. Вот, что это? Секретный тоннель. Тут что? Ну, где-то я вышел. Это бестия, наверное. Тут тоже могут быть враги. Грибочки. А, конечно же, сейчас умру и все. Не факт. Вообще не факт. Так, подождите. А, я же не прокачал, когда он чуму на кого-то накладывает, там бла-бла-бла и бла-бла-бла. Левел бы взять. Не, если тут такие враги, то это я сейчас отхилюсь. На. А чем я дальше-то хилиться буду? Может так? А? Бух. Бьет? А, по нему. Вот оно как. Как же у всех мало энергии. Как-то надо начальную энергию повышать. Добивай его. Ее. Без лута. Ну вот, собрал грибочек. Дальше. Дальше. Что за жемчуг? Так. Посох, во-первых. 57 урон. У меня 70. Нет, подождите, у меня 57, а это вот этот. Темный урон. От интеллекта и начальный фокус. Но, знаете, он у нас не бьет посохами вообще. А посох интеллект не дает, поэтому ему нафиг это не вперлось, я так думаю. А это что? А у тебя двуручный, правильно? Да. А этот одноручный, который одноручный... Намного лучше, чем твой двуручный. А может тебе еще и куколку взять? Снять. И одеть. Урон-то от этого будет увеличиваться или нет? Темный. Темный, вот. Она тупо темным уроном теперь будет лупить. Скиллы огнем. Кстати, я перчатки какие-то там же нашел. Магическая броня плюс интеллект. А у тебя?
Еще больше интеллект. А, вот, криты. Зачем тебе криты? Тебе надо вот это. Эквип. В итоге я своего главного персонажа самым бомжом делаю. Двуручка. Нельзя мне двуручку. И шлем вообще без дела, да? Теперь вот этот, который я покупал, кстати. Интеллект 16. Интеллект 16. Вообще без интеллекта. Поэтому ты, дядь, и проседаешь. А если тебе эквип? О, тебе можно эквип. И все нормально. И все с тобой нормально. Это что вообще? Это тоже на голову? Это на голову одевается. Физическая защита, сила плюс 9. А у тебя? Я лучше. Не нужно. Щит точно никому не нужен. Что там еще были? Штаны было. А у нее вообще эпические. Так. Физическая и магическая, и ловкость. Ну, ни тому, ни другому, да? Интеллект, ну да. Здесь сила. Здесь ловкость. А это? Физическая, магическая, ловкость. А это? Хлам. Что это? Физическая ловкость. Ну да, как бы все. Я вот думаю, что, может отхилиться или не хилиться? Да давайте отхилимся. Че умирать-то? Я этого хлеба, блин, насобираю. Ты че? Отказываешься есть? А ну ешь. Просто если тут еще парочку таких врагов попадется, я смогу нашу воительницу полностью отхилять. Бартель. А это не четвертый ли спутник, который будет со мной? Там можно, кстати, выйти. Вот. И прийти в другую деревню. А по квесту что говорит? Там квест что говорит? Поговорите с Виолеттой. Виолетта у нас... Виолетта у нас... В общем, мне надо возвращаться. Виолетта это как раз таки мама. И она далековато отсюда. А, всего лишь наглый мерзкий крыс. Чуман на него будет работать? 80 урона. Смотрите, как я ей поднял урон. Это что, за счет того, что я просто посох одел? А у этого хил не упал ли? Любишь огоньку? Хил почти такой же остался. Ну вот что, ну так, давай-ка тебе вот так сначала. Что, надо таунт? Да надо. Магов сейчас пощелкает. 22 вообще урона. Ну, тут слабость к огню. А к чуме, наверное... Ну-ка, иди-ка сюда. А почему всегда неизвестно? Известно же. Я, допустим, знаю, что к чуме она уязвима должна быть. Так, что, будем пытаться лечить? Регенить? Алерт. Да, чума не наносит урона вообще. Че, ты бей. Так, к тьме тоже защита. Хотя бы мы с этим разобрались. Значит, только огнем. Ну и все, бей. Что
127, отлично. Слабость к дробящему оружию. А здесь бессмысленно, здесь ждать только. Надо жечь снова. А тебе лечить. А тебе таунтить. 210, ну вот, урон огромный. А если кританет, то будет хана. Давай. Бамс. Так, а я не посмотрел, сколько она лечит-то. Мадам-то наша. Ослепление, последний ход. Давайте еще. Теперь тебе надо уклоняться. Ну, можешь разок еще вдарить. Давай-ка вот так, раз ты не уклоняешься сейчас. Бамс. Бамс. Ой, отлично. Да жги снова. 57 лечит. Лечит она лучше. Крыса, в принципе, горит, да? Сейчас еще будет лимит брейк скоро. А давай так же. Ну, это плохо. Это было плохо. Вот за это ты и поплатилась, понимаешь? Так, бей. Плевать, что резисты. Бей. Плевать, что резисты. А это не резист. Крепление поджог сейчас пройдет. Таунт сейчас тоже пройдет. Давай-ка, иначе она их вынесет. О! Жги. Красота. Крыса горит как надо. Ну вот. На тебе файр. 146. Килл. Добивать будем? Добивать будем. Бах. Триста опыта почти. Уже половину следующего левела набрал. 2500 денег. Ее сразу сейчас хилим. Хлебушком. Вот так. Ага, и побежали. Собирать растеница. Мне надо возвращаться в город. Как далеко я от этой столицы, или что бы это ни было. Ну вот, кстати, задание, да? Куда я тороплюсь? Хилки у меня есть. Сдохнуть я всегда успею. Появлюсь... А, тут можно, кстати, глянуть, что там есть. Заданий нету пока. Но есть торгаш. Оружие он продает. Его можно продать, можно разобрать. Но тут только синие вещи. Чего мне не хватает, да? Синие вещи, но всего понемногу. У тебя чего нету? Кольцо, второе оружие, остальное все, ну... Башмаки. Башмаки у всех фиговые. Ну да. Башмаки у всех фиговые. Башмаки можно было бы всем поменять. Так, ну мне вообще рекомендовали, типа, не торопиться тратить бабло, да? Но чтобы, типа, попроще было. Потом бабла будет все равно немерено, насколько я понимаю. Интеллект 14. Стартовый фокус. Альбарда двуручка. Нет, одна ручка. Ловкость. Ловкость. Чё, можно башмаки взять вот эти одни? Нашему хилу надеть. Будут выпадать ботинки, да? Я кому-нибудь другому одену. Я не знаю, чё, в принципе, зачем мне всё разбирать. Но инвентарь вроде как тут бесконечный. Поэтому я ничего не продаю. Вот это продам, самое дорогое. На. Что тут с крафтом потом еще глянуть? Так, ну чё, где башмаки-то? Одевай. Это я понимаю.
отошел. Так, погнали. Тут вот есть какое-то задание, которое мне давали где-то. Помочь Розе. Выберем его. А, вот этот портал. Третьего монстра убить. Да, 10 монстров там будет. Вот. Выделено. Это не Рози, это безделушки Розы. А там у нас Селеста. Она попросила ей найти 2 корицы. Но почему именно там? Ну ладно, там так там. Скорее всего, в боях. Потому что она растет. Есть свистулька, которая телепортирует нас в город. Можно будет воспользоваться потом свистулькой. Левел хочется взять, уже всем вкачать скиллы именно их билда. Залаги. Не взял-то. Чё? Сахар? Сахарный тростник, походу, да? О, это и есть. Все, выполнено. Потому что одна у меня была, это вторая. Но я еще возьму. Есть корицы. Там тоже что-то мог делать. Посмотрим, какие тут попадаются бои. Изи. 10 тысяч хп. Ну, слабо. Изи. Так, посмотрим, что изменилось, да? Держи. Но, знаете, я что скажу? Вот сколько я ему сейчас добавил интеллекта, особо-то ничего не изменилось. Почему он все равно накидывает слабую? То есть ему лучше вот блайнд кидать сейчас. И маг огня все равно сильнее. 162 огонь ему наносит. Тут 80 чума наносит. 80! На, падла. А ты какие-нибудь реген теперь делай вот сюда. 18 здоровья, 5 ходов, но все равно мало. А ты чё? Ты бей давай. Он все равно промахивается. А. Да ему чихать на таунты на ваши. Надо было пропускать, чтобы ожог ему новый сделать. Очень мало лечения, очень. Оно реально как будто бесполезное. Иногда лучше вдарить, наверное. Таунт есть. Поэтому бей. И удар. Блин, хочется новый удар, чтобы ловушку не давал. Что это за бред получается? Давай, теперь ты пропускаешь. Ты ослепление у него есть, ты хилишь. Тебя надо было, наверное, эту вешать. Так, новый таунт. Промазал. Ослепление сработало. Ты. Огонь, естественно. Ты. Там еще один ход есть. Жди. 5 лимит брейк поинтс за ожидание. А ты бей, что ты смотришь на него. Вот. Ловушка. 329. Вот взял и шотнул просто нашего мага. Ну как так-то, блин? Ни таунт, ничего это не работает. Все бред. Сейчас я посмотрю. На. Плюс 30-29. Да что за урон такой? 329. Нормальный вообще, блин, крит. Дух. Кто-то всегда умирает. Я вот и думаю, сейчас может до столицы сгонять. Тебе надо лечиться. Это что?
Лечит хп 5%. Капец. Жри. Не буду я тебя больше хилить. Выживешь. Так. Что я еще хотел? А, иди-ка сюда. Я не пойму. Ну да, типа, есть шанс, что противник вдарит вас. Про 100% ничего и не написано. Вот, еще одна корица. А, я сразу же по две нахожу, да? Поэтому там и выполнилось. Ну и плюс у меня одна была. Еще корица. Тут одна корица растет, в общем. Так, что-то тут до хрена всякой травы. Апельсинчики. Базилик. Корица. Еще апельсинчики. Сейчас вот эту соберу. Все, я пойду-ка схожу в сталь. Ой, а здесь я был? Не был. Сахарный тростник. Как тут много везде торговцев. Ты что продаешь, Элли? Нужна помощь, говорит. Так, посмотрим. Ой, фиолетовый что? Плащ? Куда это одевается? Это юбка. Луноловкость. Двуручка. Двуручка. Такой же, как у меня. Одноручка. Ну, а вот это. Двуручная. Двуручная. Господи, либо на ловкость, либо двуручная. Да что за фигня? Вот одноручная, да? Нет, тоже двуручная. Тоже двуручная. Но кроме двуручного оружия тут ничего нету. Шанс крита. Защита от оглушения. Пошла ты, Элли, со своим товаром. Ты, блин. Как тут до столицы добежать? Ой. Что за выдры? Ой, что за выдры? Мне кажется, я их не победю. 19% шанс сбежать. Стоит ли рисковать? А если другого? 19. 19. Так они меня сейчас вынесут. Или что это значило, 19%? Я просто от них убежал. Вот что это значило. А что за 19%? Они типа сработали? Да ты возьмешь, пока они не вернулись. Все, побежали по дороге. На дороге не должны попадаться. Здоров. А что, закрыто? Закрыто. А. То есть мы даже не разговариваем. Я тебя понял. Так, что... Пробегусь-ка я пешком. Собираю травку. Но по дороге. Я хочу заодно проверить. По дороге бои точно не попадаются? Или попадаются, но реже? Рядом с дорогой там немножко еще растений. Ну да, похоже, бегая прям по дороге, боев и не встретишь. А вот если сюда забегать, то можно встретить. И вот сюда тоже. Ну и тем более вот сюда. Да, все-таки попался. Ну, надеюсь, эти рыбины меня не догнали. Таких мы уже убивали. Но не таких сильных. Таких сильных я вообще не убивали. 100% шанс сбежать. Мне просто не кажется, что я его вообще одолеть смогу. Или попробуем. Была не была. Держи ослепление.
Может, он огонь не любит. Промазал. Урон я не увидел. У него урон 500, наверное, мне кажется. Нет, надо, чтобы она чуму и все это делала, а ты пока давай регенчики вешай. Нахер, на. Крит 149. Зачем тогда вообще этот алерт делать? Тогда я на нем только сейчас отхилюсь. Догаси. О, крит. Ништяк урон. Ты промажешь. Ты попадешь. Ладно. Вот что-что, таунт надо делать, как ни крути. Сейчас лимитбрейк уже будет. На тебе огоньку. Что-то я забыл про огонек. А вот алерт делать не буду, чё он? Он один раз промазал из-за ослепления, она ни разу не уклонилась. Типа-то. Бей давай. Хорош. Бей давай. Хорош. Опять из-за слепоты. Лимит брек есть. Жги. Вот как он работает. Одним персонажем я могу зайти дважды. Ice Fireball. Ice Fireball, а почему нет? На. 1130, черт возьми. Че, блин, 1130? Да ты не охренела, мать? А че такой крит-то огромный? 384, в 3 раза больше тут крит, что ли? Надо таунт. Сколько за него опыта дадут? Может сразу левел? А? Левел, может, дашь? Чума там, конечно, у него уже проходит. Надо новую. Попробуйте отхилиться, он слабый. На тебе реген. Таунт есть. Давай что-нибудь делай так, хотя бы. Протектед. О. Мимо. Окей. Так, хиль. Ну вот, ее нам не надо теперь лечить, да? Только эту. А все, он умрет. Так или иначе, он сдохнет уже. 500 опта. Нет, ну, ну почти. И левел. Левел ап. Отлично. Сейчас добежать спокойно до города. Сдать этот сраный квест Целестия. Я уж и забыл на самом деле какой-то дебильный и неудобный город. Как тут тупо бегать. Так, ну чё, качаем левел. Чаем левел. Тебе. Пока здоровье. Все в здоровье. Так, ну вот, скиллы. Мне понравилось при наложении чумы, да, но у него сейчас чума слабее. А это слишком дорого стоит. 42 всего будет лечить. До этого был 39. Может, смотреть, что тут появится. Знаете, я так хочу сказать, чумной доктор-то говно на самом деле-то. Так, у тебя сколько интеллекта? 45. У тебя 40. Нет, 14 плюс 40. 18 плюс 45. Так какого хера ты настолько сильнее бьешь? Тут, в общем, дерьмо одно. Реально одно дерьмо. Наложить чуму на рандомную цель.
Ну это, конечно, самое полезное. Ой, при наложении чумы кого-то отхилить может быть. И хилить всю партию за 75 энергии. Дичь. Здесь, если у всей партии меньше... Если все члены персонажа живы, но имеют меньше 20% хп, то применяет вот это. Великое лечение. Здесь... От ослепленной цели имеют шанс на 25% больше получить чуму, то, что она на них распространится. Вот это. Что-то я не помню. А, на ком чума, сразу ее взорвать, да, 62 энергии. Весь урон от чумы нанести. И снять один негативный эффект со своих. Со всех своих. Что-то тут такого-то ничего прям... Супер мега нету. И все это по 2 очка еще стоит. 75 энергии. Да охереть! Идите нафиг. Почему это великое лечение? Где оно великое? Вот это берем. Хилит при наложении чумы. 2 очка. А так вообще бред. У тебя что? Тут уже получше, то есть, когда ваше хп ниже 70%, автоматически алерт применяется, да, тревога, где она? Ну, которая нам помогает уклоняться. Если с двумя оружиями на силу. Вот тут. За каждое фп получить 2,2 физической брони. То есть ФП, которая есть, получает физ броню. Неплохо тоже, да? А вот это бред. Тратит 20% своего здоровья и наносит 121 урон. Ну фигня же. Еще и темный урон. Вот это сейчас самое будет полезное, я думаю. Уклонение, все, мне не надо больше делать. Алерт, оно будет автоматом применяться. Ну, надо было, конечно, и те смотреть... Тут будет навык активный. Ну, неплохо. Наложить ослепление на всех. На 2 раунда. А также на себя. Вообще идеально. 40 стоит. А это что? А, это я прочитал. Тут опять какой-то бред. Вот эти хоть и неплохие, а здесь бред. В общем, вот тут. При получении смертельного удара бьет вот этим. Тут вот у этого повышается урон в зависимости от того, сколько не хватает хп. А это застанет себя и блокировать все темные атаки, применяемые к себе. В течение 3 раундов. Только темные атаки. То есть есть не темные, и все хана. Капец! А я же ей прокачал. Да, я ей не качал вот что. Живи. Хотя тебе-то зачем вес-то? Тебе же нужно наоборот. Чтобы у тебя по максимуму. Чтобы ты была забита по максимуму. Она по максимуму и забита, хэви. Теперь ты осталась. Давай ты убей, добей меня. Ну тут тоже какой-то на самом деле бред. В общем, во-первых, надо вот эту качать. Эмулейт, жертвоприношение. Поджигать себя. Здесь. Фаербол в горящего врага позволит распространить огонь на соседнего. Фаербол, насколько я понял, это. Не Fire Starter, а именно Fireball. И дальше у нас идет, вот, требуется жертвоприношение. Если на мне жертвоприношение, я применяю этот скилл, снимает жертвоприношение и дает всем плюс 100 фокуса. Тут типа того. Так, тут... уменьшает
резисты врагов от огня на 25% на 5 раундов. Идут пассивки к этому скиллу. Феникс. Если я умираю от огня, могу возродиться с полным хп. Один раз за бой. В принципе, нормально, потому что тут наносится урон от огня, да? 20. То есть, себе, если мало хп остается, делаешь вот это и дохнешь от огня. Здесь, когда нажимаете ждать, когда вы ждете и на вас жертвоприношение, получаете плюс 20 фокусов. Дальше. Это у нас что? Эндгейм. А, все горящие враги увеличивают шанс крита на 25%. Чем больше горящих врагов, тем больше шанс крита. А вот тут... все горящие враги получают урон 246 огненный. А, горение на них прекращается. При этом... она сама, на нее срабатывает жертвоприношение и стан на один ход. Вот так вот. Я не знаю, вот я беру пока на криты, потому что тут тоже какой-то бред. Я не знаю, у всех ли такой бред. Поначалу было как-то все намного веселее и лучше, чем сейчас это дело пошло. Со скиллами разобрались. Долго, но разобрались. Так, квест сдать. Вот. Пшеничку я все собрал. Еду, ладно, потом чуть позже сделаем. Давайте сдавать, и у нее, наверное, потом еще что-то будет. Вот, вот ваша корица. Ой, большое спасибо. А, все, нет у нее. 100 монет она дала и немножко опыта. Ну и все, на этом мы серию закончим. Продолжим, ребята, уже в следующей. Ну а если понравилось видео, поддержите лайком, а также подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые выпуски. С вами был Фибоначчи, и пока. Пока.